Буэнос-Айрес. На улице рифоводов наступил праздник. В общем, китайцы выпустили вот такую шикарную подделку. Дело в том, что есть контора, называется Aqua Illumination, и у них есть шикарная помпа течения. Модель Nira 5. Сейчас я вот тут вот покажу. Они даже обложку сперли. Короче говоря, суть этой помпы в том, что она дает очень широкий поток. Ну, прям вот то, что надо для рифа, да, то есть это широкое ламинарное течение. Китайцы посмотрели на все это дело и выпустили свое, но только с одним отличием, да, что та помпа стоит 300 баксов, а это, по-моему, даже сотни не стоит. Сейчас сделаем, в общем, анбоксинг и протестим в воде, как все это работает. Значит, модель называется SLV-20. Сейчас открываем. Она вот нулевая, то есть я его прям совершенно не юзал. Какая-то вот такие резиновые изделия есть. Самый обыкновенный контроллер, ну такой же, кто пользует Джибао, знает, там, да, они на все помпы лупонят этот контроллер. Есть магнитик для крепежа к стеклу, этот магнитик мы сейчас заюзаем. И какая-то, в общем, инструкция. Вот так вот выглядит помпао. То есть, ну, вот я просто пользовался и помпами Aqua Illumination, и держал их в руках, и, в общем, не есть с чем сравнивать. Это сделано, ну, не сильно хуже. Понятно, что разница в цене в 3 раза, да, она оставляет какой-то след. Но, в общем, тут принцип тот же самый. То есть, в комплекте идет магнит, который крепится к помпе, это изнутри аквариума, и это уже через стекло. Мы сейчас на 12-ке попробуем, как оно, насколько хорошо держится. И ротор давайте разломаем, сейчас как-то посмотрим. Такой вот широченный ротор. Сейчас заюзаем, посмотрим, как оно там в воде. В общем, я втулил эту помпу. Ну, по магниту хочу сказать, что он такой не фонтанский. То есть на 12-ке он держится, ну, так, постольку, поскольку, то есть, ну, очень жиденько. Это такой вот небольшой магнитик. Я знаю, что у Джибао есть больше по размеру. Вот. Но я думаю, что на 15-ке вообще не будет держаться. Ну, я не знаю, надо попробовать. Вот, на 10-ке вполне себе. Ну, вот 12-ка, да, еще она, в общем, стоит, не падает. А потом по режимам. Я сейчас... Блин, сейчас воткнул режим волны, да, волногенератора. Ну, в общем-то, работает. Ну, он раскачивает, вот, да, как-то банка не очень длинная, там, сантиметров 70, ну, в общем, раскачивает. А если поставить на этот режим постоянный, то у меня там говно повыплывало, в общем-то, из других углов разных. Вполне себе дует. Трудно мне прям сходу так сравнить с Nira 5. Наверное, но субъективно все-таки, наверное, у Nira 5 пошире поток. Там немного отличается решетка сама. Все-таки немного по-другому. Там такое впечатление, что пошире. Вот. Что касается уровня шума, вот она работает на полной мощности, и ее не слышно вообще, то есть ни в каком режиме. Ни в режиме волны, да, когда она то работает, то не работает, ни вот в постоянке. Ну, то есть очень тихо, и китайцы тут в этом отношении, в общем-то, молодцы. Сейчас я попробую прям поднести, чтобы показать ширину потока. Вот, да, на такой высоте я держу. Ну, то есть он не бьет струей, довольно широкий идет. Ну и, собственно, пару слов о недостатках, которые я заметил. Ну, таких прям, чтобы прям недостатки, нет, наверное, но придраться можно. Если сравнивать с Aqua Illumination за 300 баксов, то тут, конечно, пластик китайский. Ну, прям натуральный китайский, там такой прям ляличный, хороший. А потом слабенький магнит, то есть если у тебя 15-ка стекло, то, наверное, будет слабоват, надо, ну, что-то такое мутить уже, или ну, оттюн заставить мощный магнит, до 12-ки, наверное, до 12-ки.
Потом, сравнивая, опять же, с Aqua Illuminations, Nero 5 тут более толстый провод. Ну, это я типа придираюсь, да, уже, о чем говорить. А, и еще у той помпы, у Nero 5, там классный контроллер. То есть там, знаешь как, идет тупо вот провод тоненький, да, из аквариума. Он подходит к малюсенькому контроллеру. Сейчас я вот тут покажу, наверное, на фотке. Маленький контроллер с одной кнопкой всего. И все, и дальше блок питания. То есть вот этой вот мандулы нет. А помпа та управляется через приложение на телефоне. Приложение кайфовое. Там очень гибко можно настроить все. Режим, расписание, да, волны какие хочешь, какие нет. Тут вот этот толдовый контроллер, когда, ну, я не знаю, я вот Джибао начал, наверное, использовать лет 10 назад. Они как только появились, их в России еще не было, я их заказывал из Китая. Вот. И тогда был... Не, вру, тогда был другой немножко контроллер, вот. Но этому уже тоже черт знает сколько лет, поэтому могли бы уже замутить как-то, ну, что-нибудь такое, беспроводное. Кстати, у них есть дозирующие помпы, я сниму, может быть, если разберусь, я, честно, что-то не могу просцать, как ее запустить, эту помпу. Сейчас я покажу секу. Вот такая дозер 3.4. Я почитал отзывы, ну, купил ее за свои бабки. Вообще, если вы подумали, что это там реклама какая-то вонючая, то это я все за свои бабки купил и просто, ну, хочу с вами поделиться. Вот, они здесь, в этой помпе, сделали беспроводной контроль, да, то есть ты ставишь приложение на телефон, приложение нарядное, прикольное, но я потратил сегодня 2 часа и что-то не мог вдуплить, либо я тупой, что, скорее всего, да, либо что-то с этим, с контроллером не то. Короче, у Nero 5 Aqua Illumination там прикольный контроллер. Тут контроллер олдовый, хотя, в общем-то, все режимы тоже есть. Есть 2 волногенератора, рандомный режим и постоянный... Вот. А так, в целом, учитывая то, что это стоит около 100, а то стоит около 3, ну, наверное, хороший выбор. Вот. Вполне себе такой вот годный девайс. Подытоживая, хочу резюмировать. А, собственно говоря, если ты собрался покупать помпу Джибао, то покупай вот эту модель. Реально того стоит. К тому же стоимость этой помпы и всех предыдущих, многочисленных там РВ, СВ, ДКТ, ну, в общем, это там прорва какая-то, ничем друг от друга не отличаются. Вот это реально новое и прикольное. Собственно, что и послужило причиной того, что я наконец запилил видос. Вот. А если ты в теме, что такое Nero 5, там Neptune Systems, Apex, то вообще непонятно, что ты эту телегу все смотрел. Вот. Поэтому подписывайтесь, значит, на мой моднейший канал. Если понравился видос, жмакайте лайк и увидимся в новых видосах. А вот еще, кстати, ну, я не знаю, вы напишите, интересно, вот вообще такой формат, а то у меня все видосы про танки, там, про склейки, про аквариумистику вообще интересно. Вам, ну, обзор оборудования какой, потому что у меня, через меня проходит довольно много оборудования. И если да, вот могу вам такую вот помпу запилить прикольную, Джибао. Ладно, чао, какао, пока.